Давайте. Вот пришла случайно. К 8 марту готовятся вся. Вся черешня готовится к 8 марту. Вот, посмотрите. С 8 марта. Видите, какие цветы выращивают от черешни. Случайно зашла, и вот. Здравствуйте, вас снимает скрытая камера. Да, скрытая камера, давайте. Так, это не... Здравствуйте всем. Так, вот они на месте кофе пьют, упаковкой занимаются. Вот цветы. Вот у них отправка. Как называется этот сорт красивый, розовый, нежный? Тюльпан называется. Вот видите, как упаковку делает. А как вас зовут? Людмила зовут. Людмила Татьяна. Я еще желтыми цветами. Да? Это... В Инстаграме будет? В Ютубе, в Инстаграме, да. Какая, как вам идут цветы? Это голд называется, да, вот этот? Не знаю, как это. Этот сорт голд какой-то. Очень. Я выставлю, и вы посмотрите на себя. Вот они, видите? Вот так снимают целиком, видите? С корнями обрезают. И вот так они фасуют. Вот так, девочки, под музыку. Посмотрите, как они обрабатывают цветочек. И можно сохранять луковицы надолго. Она, видите, луковицы режут. А откуда вас зовут? А вы только у нас тюльпаны снимаете, а вы же не у кого? Нет, не у кого. А у кого еще? Мишхана. Давайте, Мишхана хороший производство. Все, как вы видите? Работе фото не показывайте, нет.